O'zbekiston yo'lining Alisher Navoiy bekatiga o'tiladi. Vagondan chiqayotganingizda buyumlaringizni unutmang. Shubhali buyumlarni ko'rganingizda metropoliten xodimlariga xabar bering. Ogoh bo'ling. Вообще шикарная станция. Автокор. Нам надо перейти на другую станцию. Я так понимаю, это происходит там. Сегодня суббота, выходной. Но, тем не менее, людей очень много в метро. Ясно, что метро — это транспорт будущего Ташкента. Станции по сравнению с московскими, конечно, небольшие, но людей очень много. Станция старенькая, судя по табло. Трафик людей не распределен. Нам нужен переход на синюю линию. Видимо, это он. Ага. Перехода достаточно маленькая. То вот красивое панно из керамики. Нам надо на Гафургулом, то есть направо. Это здесь стилистически другая совсем станция. С мозаикой. Каким-то интересным порталом. Причем из металла сделано, насколько я понимаю. Мусорки тут нету. Мусорки тут я не вижу. Ну что ж, подождем поезд. Нам буквально переехать по следующую станцию. Собьяй сайор. Это исторические события, видимо. Ну, кто-то кушает, барышня ему играет на арфе. Возможно, даже не арфа. Поезда нет всего 2 минуты. Все его уже ожидают. Ну, тут даже над поездами такие купола.
совсем мало. Видимо, некогда стоять. Салам алейкум. Из России? Да. Приветствую, добро пожаловать в нашу страну. Спасибо. Встретили, все нормально? Вообще все супер. Все, мы рады, мы всегда рады нашим гостям. Рахват. С какого города? Красноярск. Я был в Москве 10 лет. Тоже хорошо там встретили. 10 лет работал там я. Очень рад. Да. Хорошего отдыха вам. Спасибо. Надолго? Надеюсь. Да, сейчас там перевороты. Как минимум, пока война не закончится. Да, ну дай бог, чтобы все наладилось как бы. Конечно. Война не к чему. Война никто не хочет воевать. Война – это глупость. Война губит будущее молодых. Согласен. Да, отлично. Экскурсия проводится. Смотрю на красоту ташкентского метро. Молодцы, да, метро у нас хорошее, тем более оно построено во время Советского Союза. Ну да, здесь сравниваю новые станции со старыми. Старые красивые, новые, ну такие, я понимаю, что их нужно очень быстро построить, поэтому не до красоты. Да, вот. Молодцы. Да, сейчас многие россияне приезжают, потому что у нас как страна спокойная. Да, наверное, Узбекистан такая самая... Так теплая, скажем, и теплая, и спокойная. Да, не нейтральная ко всем этим движениям. Делаете все для себя. Да, конечно. Строитесь, развиваетесь. Это то, что нужно. Слово. Это то, чего не хватает нашей стране. Да. Спокойно самой развиваться внутри себя без вмешательств. В середину сейчас это вмешалось, это Америка. Вот она все и как бы. Говорится, один человек сказал, деньги – это умение жить, а политика – это, как сказать, умение нажать на кнопку. Что-то такое там один умный человек рассказал. Не знаю. Я насчет того, что политика – это умение договариваться. Вот. Нет, сейчас так происходит, понимаете? А сейчас жмут кнопки. Не думают то, что сколько людей есть, сколько люди живут. Надеются на хорошую жизнь, на хорошее будущее детей. И все переворот. На самолете прилетели? А какие варианты? Ну, да, кстати, сейчас не открыли же поезда, по-моему. Вроде как собираются, там же проблема в том, что там нужно две границы пересечь. Да, Казахстан, да, Узбекистан. Узбекистан, да. И там зависит не все от Узбекистана, там есть еще вопрос с Казахстаном. В России я в многих местах был. В Самаре был, в Оренбурге был я, да, в Питере был, в Санкт-Петербурге, хороший был. В Перми был, ну, основной вот в Москве был. У меня сфера была ресторанного бизнеса, там вот работал. 18 лет я там работал. Сперва просто приехал в гости туда, а потом начал. Думаю, давай я здесь останусь, буду работать. Теперь здесь рестораны? Здесь еще в ресторанном бизнесе работаем, да. Отлично. Раскручиваем объекты, берем, раскручиваем, встаем объект, набираем персонал, работников. Ничего, слава богу, нормально, спасибо. Спасибо Всевышнему, что все получается. А почему получается? Потому что страна спокойная. Потому что надо строить, а не ломать. Вот, это основное правило. У нас сломают заводы, строят вместо них торговые центры. Вот. У вас разравнивают степь, строят на завод. Вот это правильный путь. Давайте. Надеюсь, увидимся. Рахмат. Впервые вижу человека в маске. Thank you.
Интересно тем, что они сквозные от начала до конца. Чорсу – это рынок, но нам нужно здесь, на Гафур Гуляме. Вот очередная станция метро, построенная в Советский Союз. Выхода нету. Гафура Гуляма. Тоже своеобразная мозаика. Столбы. Все, в общем, очень даже уютно. Видимо, писатель, судя по тому, что это перо. Да, еще одна мозаика. Реклама колбасы докторская. Эскалатор, видимо, менять смысла нету. Раз работают, значит хорошо. Не бежать по эскалатору, не сидеть на эскалаторе. И чё вот это знак непонятный. Тут даже и на входной группе столбы. Керамические. Вообще, конечно, классно. Чикищ. Это выход. Выход один. Старые упругие двери. Тут же выход, тут же вход. Сюрприз, куда мы выйдем. Это в сторону цирка. Это в сторону Народного банка и аптеки. Ну, посмотрим. Миллион триста. Это что? Миллион триста. Обучение на права. Миллион триста. Короче, 10 000 рублей стоит на права отучиться. Thank you.
Судя по карусельке, какой-то парк аттракционов. Может быть, небольшенький. Энгельберг, что это такое? Автобан. Дороги. А нет, каруселька просто локальная. То есть кто-то просто себе пристроил карусельку. Очередной неработающий фонтан. Ну и те же самые проблемы с пешеходными переходами. О, здесь есть надземный пешеходный переход. Давайте прогуляемся, посмотрим, что там у нас в надземном пешеходном переходе. Тем более, если я не ошибаюсь, мне нужно двигаться именно в ту сторону. Ну да. Вот автомагистраль. Вот такие вот банкоматы. Как Сбербанк, только закругленные с трех сторон. Да, нам нужно вдоль всего этого автобана двигаться. Есть эскалатор, кстати. Правда, он не работает, но я так понимаю, может, он работает, когда на него встанешь. Тогда он срабатывает. Ну, в общем, непонятно, но само его наличие радует. Хотя нет холодов, ничего не замерзнет. Вот он и работает. Ну, точнее, вот он и существует. Переход в плиточке. Очень странно, что переходы уложены плиткой, а тротуары залиты бетоном. Видимо, переход — это такое достижение народного хозяйства. И его нужно обязательно уложить плиткой. Причем, ну, уложено так почти стильно. Разные виды плиток. Фигурное мощение. Ну, кстати, здесь стекла, видимо, чтобы пыль не попадала. Вот тут уже какие-то пафосные дома стоят. Пафосно и частично нет. Почему нет никаких ни ленточек, что он не работает? Просто он не работает. Странно. Это странно. Я обратил внимание, что вот внутри пешеходного перехода у нас его сделали из поликарбоната. Здесь, в принципе, особо не отличились. Но почему-то здесь было не душно. А в наших пешеходных переходах даже в гораздо меньшую жару. Сейчас, если что, в Ташкенте 33 градуса. Гораздо меньшую жару. У нас духота в переходах. Вот фонтан еще один не работающий. Кафелито. Вот такой еще вариант банкомата. Ну что ж, нас ждет дальняя дорога вперед. Поэтому... О,
своеобразная мусорка. Даже не своеобразная, а такая стильная, но переполненная. Далее пойдем туда. Будет что-то интересное, я обязательно сниму это для вас. А пока всем пока.